Вчера покрасился в розовый цвет. Сегодня набил татуху на шее. В ближайшее время улетаю к девушке в гости, с которой виделся один раз в жизни. Что могут делать два свободных парня 31 августа? Правильно. Взять пиццу, взять какао и провожать лето. Да, Женя? Да. Да? Сейчас Женя будет кормить пиццей, я его. Зачем я это говорю все? Не факт, что я буду во влоге, но ладно. Врываемся! Женей новый влог! Так совпало, что сегодня последний день лета! Евгений любезно предложил прокатиться на его яхте. Женя, спасибо. На яхточке. На яхточке. Она вырастет! Она вырастет! Посмотрите, какая красота! Начали строить новый мост, второй уже вот через Обь. Смотрите, вот оно, начало строительства. Дорога, кстати, будет выходить на Каменный мыс. Поэтому всем тем, кто живет на 25-м, на Черном мысу, до Каменного будет ехать минут 30 максимум. Красота! Вон, пожалуйста. Женя, что я могу сказать? Резиновые сапоги — это песня. Я чуть не утонул сейчас. Ну, короче, приключения. О, классно. Да. Подписчики, я дарю вам этот вид. Жень, хотел сказать, что два одиноких парня провожают лето. Но получается, что уже не одиноких. Как твою маму зовут? Ирина. А, отчество? Петровна. Ирина Петровна, ваш сын в надежных руках. Будем сейчас есть пиццу вдвоем на острове. Кроссовки мокрые, я в Жениных сапогах. Получается, прогулка удалась, лето проводили. И уже следующий влог будет сниматься осенью. Вот оно летит время. Женя, спасибо тебе большое. Обращайся еще. А я обращусь. А еще у Саши самая стильная квартира в Сургуте. Давай, давай, давай. Сейчас вам ее покажу. Давай, интересно. Будет прорастать, да? Настоящая голландская. Но они жарят. Они жарят. Прям потом. Очень красиво и очень стильно. Пройдемся дальше. Илья. Кстати, Илья очень интересный, да. И свободный мужчина. Да. И очень интересный, и очень свободный. Самая, да, изумительная вещь — это вот эта столешница. Да здесь все изумительное. Не, серьезно. Я знаю. Она самодельная. Да. Прикинь, понял. Подробности. А она уже сбылась. Но все равно. Как здесь стильно. Не знаешь, она из чего сделана? Она сделана из закосяченной столешницы. Мы когда ее купили, она подумали сначала, что она закосяченная, да? Да. А потом, когда рассмотрели, поняли, что вау. Она оставалась одна. Сейчас я просто налью, мы будем. Короче, ты больше не будешь. Нет. Все. Да. Вот это да. Последнее удовольствие. Да. Да. Внешнего, да, решил. Я решил заткнуть последнюю дырочку. Сейчас
кофе с молоком. Саш, как мне у тебя нравится, как красиво здесь. Сейчас мы еще обживемся годики, будет прям ух. Это уже снимай, держи. Yes. Хулиганы. И сразу же дегтяровский почерк. Да, ну кого еще? Стеночка занята. Лавка есть. Ой, как классно. Она такая маленькая, уютная. Да. Если тут же сидит, я никогда не стою в сотке. Дом кажется большим, а крыша маленькая. Как же мне нравятся крыши. Еще плюс одна сургутская крыша в копилочку. Классно. Сейчас покажу вам Сургут с другой стороны. Посидели с парнями, попили кофейка, поболтали. Что еще нужно для счастья? А? Счастье? Вот в таких мелочах. Пожалуйста, знакомьтесь. Это Александр, легенда Дегтяр. Легенда Вумакс. Легенда Вумакс, легенда. Александр пишет, говорит: Максим, я сейчас приду к тебе в гости. Мы попьем чайку. Я посмотрю твой гардероб, одену тебя, надену. Нет, я буду надеваться, ты меня одевать. И отправимся на съемочку. Саша, куда мы идем? Туда. Мы идем туда. Я доверяю Александру. Ну как ты? Доволен? Так подожди, ты еще рано? Чего? Ты же через 3 минуты после начала секса. Так, ну как ты, доволен? Ты доволен? Слышите, совет от Саши. После 3 минут от секса надо спрашивать. Не надо спрашивать. Вообще не надо спрашивать. Делай все лучше в виде на все 100%, что можешь. Ну что, подписчики, вы поняли? Советы от Дегтяра сегодня. Чуть-чуть, голова красная стала. И наша любимая рубрика «Сексуальные советы от Саши Дегтяра». Хорош. Саша, еще варочку. Девочка, вообще здесь будет ссылочка на Александра, понимаете? Не надо ссылочку. Хватит. Дайте отдохнуть. Ладно, шутим, это все шутим. Саша принимает заказы только на фотографии. Только на фотографии. Только на фотографии. Александра удивило слово девчуля. 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 Ну, это очень странно, потому что это какая-то особа, которая до девушки не дотянула. Нет, ты не прав сейчас, а что это? Это девчуля. Не прав. Какая-то ущербная. Вообще приятно 37-летних мужчин уделять словом девчуля. 35. А 35? Да, конечно. Да, ну, ты ровесник Угарова там. Всех. Нет, свои. Все эти старые. Эти все старые. Девчонки, он еще молодой, 35. Девчули, он молодой. Девчули вообще забудьте меня. Я сейчас считаю, что слово девчули прекрасное слово. А я не знаю, кого девчули-то называют. Да все вон они ходят. Так это девушки. Твои подписчицы. Это прекрасные девушки, а девчули это что-то такое. Душнило, да? Какой он это приторный? Какой-то девушки сам. Ходят. Саша пророчит мне этой фотосессией. Карьеру актера. Саш. Расскажи, почему, покажи ногу. Мне насрала птичка на ботинок, понимаете? Прям только что. На мои любимые мистер Мартинсы. А? Ну это к деньгам, да, Сань? Да. И к богиням. И к богиням. Моя первая. Такая локация у нас. Саша. После показа Apple Diamond. Саша, ну очень творческий. Говорит, Максим, призмите к женщине. Или, как я говорю, девчули.
Девчуля. Загадай желание. Ну что, Александр? It's a perfect. I think it's perfect, you know. Ой, красота какая. It's kind of magic. Your mind freeze here. Голливуд. Голливуд. Если ты смотришь меня, свяжись со мной. Yeah. Я готов. Уж красиво. Yeah. Уж вообще просто. Beautiful. Красота, you ребята. Are going to LA, motherfucker. Ребят, ну и по классике, фотосессия будет в инстаграме Александра и моем. Ссылочки прикреплю. Right. Да. На этой прекрасной ноте, бро. Thank you very much. Что ты хочешь сказать для моих подписчиков? Спасибо вам и всем, кто есть и видел все это. И делал это, и смотрел. Я что с рукой-то? Я тебе опять хотел так. Стал какой-то... Всем спасибо. Голливуд! Голливуд! Понимаешь? А Брэд Питт стареет, Кена стареет, Том Круз стареют, все стареют. Голливуд! Свяжись со мной! Голливуд! Я здесь, на севере, недалеко, Голливуд! И с ноги удар в камеру. Саш, твой прогноз свяжется? Дорогой. 31 октября позвонят. Голливуд, ты мне смотри. Пришел я, значит, попрыгать в свой любимый батутный зал Йола. С камерой секотно. А это, кстати, Максим. Не задавлю. Главный тренер в этом зале. Всем, кто вообще подготовится к сезону, Максим, ну посмотри в камеру. Сноубордисты. Я не красивый для камеры. Ну, я за двоих. В общем, батутный зал ВО, ссылочка будет в описании. Сальтуху хочется с камерой. Сыкотно. Ну, я попробую. Страшно. Момент. Нашел, в общем, тренируемся. Друзья мои, это прекрасный тренер Максим. Он здесь не один. Это Кирилл, воспитанник Йола. Прекрасный батутный зал. Здесь есть Максим. Батуты. Батуты, скалолазом, паркур. Друзья мои, давайте сюда своих детей. Здесь прекрасные тренера, прекрасные ученики. Да, Кирюха? Да. Прыгаем, занимаемся спортом и развиваемся. Советуем этот зал. Пока-пока. Кирилл, передай подписчикам привет. Привет, подписчики. Ну все. Потеряли пацана. Сейчас я иду к девушке Галине, которая вот эту крашеную голову снова будет красить. А во что будет красить, как оно получится, я вам не скажу. Вы сейчас все увидите в процессе. Ну... Мне понравилось. Мне понравилось экспериментировать, пробовать. Оказывается, это классно. Красить волосы. Это и красиво. Это и новые ощущения. Это и новые взгляды. Все. Отправляюсь в парикмахерскую Галине. Самое утомительное во всей этой красоте – это ее ждать. Поэтому девушки, которые... По 10 часов, да, вы сидите? Иногда есть, да, по 10 часов. Понимаете, по 10 часов. Я сейчас 2-3 часа проведу, я уже. Ох. Но, видимо, красота требует и терпения. Хоть честно, как утомительно. Ну, мы продолжаем. Мы, кстати, думаем, точно будет вот этот цвет. И, скорее всего, будет вот этот цвет. Сейчас нужно понять, как он будет и где. Продолжаем. Вы только посмотрите, что происходит.
И это я отказался еще от зеленого. Струсил. Ну, не совсем струсил, подожди. Струсил. Подожди. Все должно быть потихонечку. Постепенно. Постепенно, да. Я только вхожу в эту тему. Сразу зеленый, потом синий. Офигеть. Какой-нибудь будет. Не верится. Смотрится, конечно, очень интересно. Такого я еще не делал. Дети. Знаешь, я иногда не понимаю, как мне это в голову приходит. Но типа, жил же себе, жил. Спокойно. Спокойно. А тут что-то вот понесла. Я просто сейчас к папе поеду, я просто сейчас писал его реакцию. Я специально ее буду снимать, потому что батя будет в шоке. Это надо. Это будет шок для него. Да и для меня пока надо привыкнуть к этому человеку. Спасибо тебе большое за эксперимент такой интересный. Пожалуйста. Вау. Это просто песня. Пап, я приехал. Смотри, ты. Типа, яблоко от яблоки далеко падает. Смотреть даже не хочу. Да это всего лишь волос. Да, пись. Не заходить? Или не обратно уезжать? Помогать будешь. Хорошо. Роза моя тоже должен помогать. Посмотрим, обсудим, если что поменяем. Меня специально смазывают спиртом, чтобы я решился на... На татуировку. Теперь татуха на шее будет, скорее всего, сегодня. У этого чудесного мастера, ну, я, как всегда, отмечу всех у себя. Волнуюсь. Ну, ладно. Это эксперименты. Это интересно. Набита моя первая татуировка на шее. Давай так встанем, чтобы у нас было. Юля, большое тебе спасибо тебе за татуировку мою новую. Теперь ты от меня, получается, никуда не едешь, Юля. Вот все, а теперь видишь. И спасибо за это знакомство. Да, это интересно. Да. До встречи в Сочи, Юля. Раскрыл все карты. Я никому не говорил, но ладно. Вчера покрасился в розовый цвет. Сегодня набил татуху на шее. В ближайшее время улетаю к девушке в гости, с которой виделся один раз в жизни. Друзья, жить классно. Я вам желаю не ссыковать. Экспериментируйте, пробуйте, ничего не бойтесь, ничего не бойтесь. Просто потому, что это стоит того. Желаю всем приключений.